Шалом, дорогие друзья! Сегодня у нас наступает суббота, это раннее утро пятницы. Мы находимся в Карпатах, и мы уехали по уединение с многими служителями мессианских общин и церквей. Здесь находимся в Карпатах. Три сына, это Донька. Время уединения, время покоя. Тема нашего ретрита, уединения, это «Почил Господь, сидел в своих». То есть, войдя в шаббат, мы должны научиться ходить в этом шаббате. Тема очень интересна, потому что первое – это то, что работу дал нам Господь, то есть, как благословение. Изначально Адаму и Еве Господь дал ухаживать за своим садом, за Эдемом. И это время как раз вот необходимо для нас. Нашего размышления над шаббатом, и тема именно отдых, именно тема покоя, уединение с Богом и после работы, которую нам Бог дал. И мы просим, чтобы вы получили это откровение, откровение шаббата здесь, представляю, церкви и общины, которые из Украины, в разных местах, это Мелитополь, Одесса, Тернополь, Львов, это Крым, и здесь у нас, кажется, 15 церквей и 6 мессианских общин, представители и пастора. Поэтому у нас очень хорошее время уединения и обучения, как быть и находиться в шаббате, в покое. Где мы находимся вообще? Где мы? А где мы находимся? В лесу. Нас вывезли, пожалуйста, заберите. Мы где-то в лесу. В шикарном 5+ отеле, да. С шикарной компанией, в присутствии Божьем. Так что просто все здорово. Какое откровение вы получили об отдыхе вообще? Да. Мы поняли, что нам суббота. Нужно больше отдыхать, доверять Богу и верить, что все будет хорошо. Мы в следующий раз не будем сопротивляться и долго уговаривать на ситуацию. И даже мы готовы больше дней выдвинуть из нашего плотного графика, чтобы исполнять слово. Как земля 70 лет отдыхала, вот мы готовы за все то время, которое мы не отдыхали, отдохнуть. Делаете. Це східниця, і тут дуже добра компанія, дуже добрі брати і сестри, дуже добрі пастори, дуже файне слово, яке насичує нас, тому передаємо всім подяку, хто це організував, зробив, всім Божих благословінь, я думаю, ще таке повториться.